Книга «Открытым оком», том 3, тема «Молитва», вопрос 1059. Почему во время болезни всегда молятся святым? И даже напечатано, кому от какой болезни нужно молиться. При этой болезни они молятся прямо к Иисусу Христу. Они молятся прямо к Иисусу Христу, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Потому что мы православные вначале, а уж потом христиане. А надо бы наоборот, чтобы в первую очередь мы были христиане, а православие подгоняли под это понятие. Если есть у вас полная Библия, да еще старинного издания, не на папиросной бумаге, подержите ее в руках, откройте, какая солидная книга. В одном переплете 77 книг, и нет даже слова о том, чтобы при болезни молиться каким-то святым. Больные при жизни Христа стремились к Нему и исцелялись. Иезекия молился в болезни Иегове. 4 Царств 21.3. В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отвратился Иезекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Иезекия сильно. Псалом 37:8. «Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей». Псалом 44. «Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его». Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». 2 Коринфянам 12:7-9. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. У меня от песен рвется грудь, сколько их пересчитать нет силы. Ой, душа, пока уста поют, пой от первых дней и до могилы, пой о том, чем до краев полна. Пой во всеуслышание о Боге, в нашей жизни песня есть одна, что для жизни вечной будет многих. Пой, душа, о том, что обрела ночью тихой под небесным сводом, про любовь, что жизнь тебе дала, одарила счастьем и свободой. Там, где песнь звучит, дышать легко, злые люди не имеют песен. Пой, душа, не тихим голоском, громко пой о том, как Бог чудесен. Пой и никогда не умолкай, пусть течет рекой живая песня, кто-нибудь услышит невзначай и отыщет путь к стране небесной. Вера Кушнер.